через полчаса нажался. Ну в смысле? То же самое, что мышка не сработала, только еще более обидно. Ты шаришь, я нажал еще до того, как за камень заехал, а выстрелил уже когда я за камнем, блядь, был, я попал в камень. А у нас там в очке все оставшиеся. Да, разворачиваю, на самом деле, очко. Окей. Тут я сейчас красивый шот дал. Он тебя видит, блядь, по-моему, он к тебе едет. Он едет сюда, вот теперь он меня... Ты думаешь, что ты его разъебешь? Нет. Он меня крутить начинает. Саш, пожалуйста, съебывай. Саш, просто. Саш, просто поживи чуть-чуть и захват базу чуть-чуть. Блять, ебаный. Я почти повернусь. Дядь, может ты нахер пойдешь, а, дядь? Я, может, тебе дорогой еще? Блять, он... Да почему ты такой умный-то, блять? Иди нахуй. Я первого катываться не буду. Смотри, он попробует тебя забайть. Я понимаю. Слушай, ты пидорас, дядь. Если он еще раз так выходит, сам он, в принципе, просрет. Сосать! Ой, база еще взялась. Лови, блядь. Да там сушник тиммейт охуел. Второй сас. Ну, это красиво. Ты его забайтил в ножу. Он видел, там он хотел жопой выехать, чтобы я типа его не пробил. Да он просто, знаешь, он стоял, он, наверное, успокоился, он видит, что ты не выезжаешь, думает, блядь, как бы поступить, как бы поступить. Типа, пока типа он мне с жопой поехал объезжать. Вот, слышишь, вот меня бесит баг с мышкой связанной, то, что когда я нажимаю на прицел, да, типа, приблизить на колесико, у меня, блядь, в прицеле пушка куда-то, блядь, в космос смотрит автоматом. А, ну есть такая тема, да. У меня же прицел так. Слушай, мне помощь нужна, меня крутят. У меня, блядь, на меня смотрит 152. Помогите, блядь! Блядь! Да, блядь! Ёбаное говно, блядь. Ой, этот ёбаный тер, блядь, ну почему? Ну помогите, сука! Ну он тебя тоже не пробивает. Сегодня, сука! Смерть. Ты меня, сука, заебал! Помогите! Смотри, там есть 480p гора, смотри, справа. А прямо есть Full HD гора. А можно там хоть какого-нибудь, хоть 300, хоть, блядь, 144 пикселя, блядь, противника нарисовать, а? Ну хули за пиздец! Ну нахера ты мне въехал? Хули! Там даже ничего не было. Я тебя сейчас в жопу убью. Вот что вот это вот наверх заезжает? Карабас залупас там какой-то. Типа на крышу, но типа залуп автобус, слышишь? Что-то потекло, блядь. Да, в очки, блядь. А мне уже в очко что-то гасит. Кстати, в очки. Мне уже в очко что-то гасит. Что мне невидимый. Не, кстати, поджал с того, что все такие газанули в тебя, знаешь, такие веселые, и не появились. А типа нахуя? Самое интересное, что у меня, блядь, сломан, блядь, глазок. Мне этот биночко хоть сломался. Иди нахуй! Забустанная залупа. Ну то, что глаз сломан, это, блядь, жизнь, я вообще нихуя не... Ну, глазочек сломался.
Конечно, у тебя там просто сыр. Да я бы залупа спал. Как когда взрываешься, это уже расплавленный сыр. А когда башня отрывается, это типа когда срезали очко. А когда башня отрывается, это когда бутерат упал вверх дном и хлеб оторвался от сыра. Бутербред. Блять, не, а ты 15. Я попытаюсь забрать. Блять, Саша, это моя первая ПТ-шка. А у меня это одно было пробить. Вот твоя вторая ПТ-шка есть. На в пизду ее. Вот это мне ПТ-шка, блять, не нужна. Там еще есть третья ПТ-шка. Вот. Это такая крышка, блядь, большая, но я все равно не попал. Я вот что. Ну, пусть он там за мной катается. Я, кстати, эту хуйню не пробью. Блядь, он догоняет, надо уходить. Ну ты просто перерыв сделал, что ли? Иди нахуй. Я его сейчас забайчу, кстати. Ебать, на очко повернул. Да иди нахуй, да что ты такой быстрый? А он все, до свидания. Все, разглубился. На другого человека пойдет. Оп. Ты не расслабляйся, сейчас опять с тобой поедешь. Нет, мне только дорогими будет взять. Даже по очко? Да. Вот я только дорогие. Смотри, смотри, сейчас он. Надо. Не-не-не, не надо чинить говно. О, мини-першинг. Интересно, попытаться обычку? Спуск на мини-першингом, там ДПМ ебанический. Я проебал. В принципе, он тебя разъебет сейчас. Нет. Опа. Лошара, блядь. А крыжопник, не знаю, там либо подкрутить как-то ему очку. Да чё его крутить, блядь, мне никак не подкрутить. И поэтому приехал, блядь, такой. Ну иди раш, блядь. Чё стоит? А, он тупой, он рашит реально, поехал. Ты правда задом едешь? Хуёво. Ты можешь тут до посинения, блядь, крутиться. Залупа. Куда ты поехал? Ничего. А сколько у него урон? 160. Бля, братан, у тебя крышка торчит. Она не пробивает. Она фейковая? Это он поехал жопой базу брать? Исчез, блядь! Куда ты, блядь, исчез? А он ПТ-шка. Хуешка, блядь. Пусть он поедет базу брать, я пойду потом скину, я на ничью играю, я его не разъебу. Не, ну это мемно на самом деле. Не, ну это жирная хуета, это реально. Я, кстати, в любом случае выполнил свою задачу, потому что мне надо 4 тела сделать. Мне кажется, он стоит и ждет меня, пока. Мне тоже так кажется. Типа, нахуя куда-то ехать? Не, ну он просто знает, что, понимаешь, тебя обыграть тоже сложнее, потому что ты подвижнее все равно. Если он полюбасу точку все равно не возьмет уже. А по времени, да. Ну он туда и приехал. А, ну и хуй с ним. У тебя есть шанс продвинуться ближе к Питу. А он все равно не успеет. Нахуя он не нужен. Все равно же ничья будет. Да.
Не, он не успеет. Не, я, конечно, гасану, если его увижу. А так я, в принципе, по большому счету... Ну, по обзору у тебя должно быть пичи, если у тебя никто не умер. Который смотрит пачку. Не, ну видишь, не вижу. Не, я на всякий случай не буду выкатываться, а то еще убьет. А, ну хотя у него урон 160 же, да? Да. А он меня не видит. Как все, база, блядь, бьется, заебись. Ты там подзул. Лошара ебаная. Задвигалась. Чуть-чуть задвигался-то, все, уже база не бьется. Залупень жирная. Бесполезное очко. Второй класс, достойный. Кстати, нихуя не нанес. Это залупа только меня застирила, шаришь? Я ему кину достойного противника. Жирная хуйня. Бесполезное очко. Я его раскачну. А, у тебя? А мне пожар и мотор. А мотор на бусе это плохо, да? Да, это хуёво. Да. А ремонт есть? Давай тогда. Что, может, ты разгибёшь, не? Саш, есть 75 очко, есть 75 очко, код красный, код красный. Код су хуёвый. Сколько это за лупа гасит? Что там фоч подразумевает под тем, как... Сосу, Саш. Пиздец, сосу. Я нет? У меня 100 хп осталось, у меня что-то с башней херово. Раз, 500 он гасит. Максимальный сосу. Вот half of engine power, второй раз за игру. Если что, меня фоч убьет сейчас. Я понимаю, я тебе ничего не могу помочь, тебе в жопу только чистить. В итоге ты выживешь, а я... Я не выживу. Выживешь. А кто там фоч собрался? Оп. Бля. А чё так мало, блядь? А, ну ладно, не выживу. Я ему, блядь, в башню гасанул! Иди нахуй. Может, ты умрёшь? Спасибо. Да я ничего не собираюсь говорить. Кокаина. По-моему, ля кокаина. Я не знаю, что это значит, но это... Этому, кстати, можно французском. Ты, блядь, себе в очко поверни. Там микрогусь вас ускоряет. Я долго боком ехать буду. Я долго боком ехать буду, блядь. Бесполезная залупа. Ну поехали куда-то, блядь. Ветро, кстати, подтряхивать начало, когда я тебя ускорять начал. Ну, бля. Хуёчно, блядь.